Кто здесь? Смотрите, ребят, какая классная погода, Котя. Котя, отойди, пожалуйста. Солнце, морозик. А, это вообще не могла не снять для вас. Хотя сейчас куча дел. Но вот это нужно снять. Посмотрите. Корочка замерзшая. Я за всех за вас, девчонки, кто живет далеко, у кого нет снега, за всех за вас. Трогаю его. Почувствуйте, какой он холодненький, такой прям обжигающий холод на руке. Для вас, мои хорошие. Опа! Кто-то бежал и очень серьезно шлепнул. Сильно ударился? Вставай. Я же тебе говорила, Паш. Ничего не болит? Нет? Тут очень скользко. Видишь, здесь прям лед. Поэтому, пожалуйста, не бегай, хорошо? Ничего не болит, точно? Ну, смотри. Да, уху, там очень скользко, уху. Как поживаете, цыплятки, спрашивает. Всем привет! Реально на улице минус 15 мороза. Вы посмотрите. Все супер замерзшее, все супер ледяное, морозное. Такой воздух звонкий. И у нас запалена грубка. Я пью горячий кофеек. Пошли. И вот еще, кстати, окошки. Посмотрите, жалко, здесь нету рисунков красивых таких, которые обычно бывают на замерзших окнах. Но все равно очень прикольно, по-детски. Вот она. Смотрите. Это, честно говоря, я попросила у родителей. Пожалуйста, да давайте. Огромная чашка горячего кофе. У многих тоже было похоже детство, как у меня. Многие тоже люди из деревни, либо живут до сих пор в деревне. И вот это именно то, что может реально вернуть вас всех к себе домой. Ваше детство. Поэтому я это и снимаю. И рассказываю о том, как можно быть счастливым, не потому, чтобы показать, что я счастлива или нет. Это не обо мне речь. Кто-то написал просто такой комментарий, что зачем ты все время твердишь все, как стать счастливым, как быть счастливым. То есть ты как бы, ты пытаешься всем доказать, что ты счастлива. На самом деле это не какая-то попытка доказать кому-то что-то. Абсолютно здесь, вот с помощью этих видео я пытаюсь донести до людей, что можно быть счастливым абсолютно везде, что вы можете быть счастливыми совершенно в разных местах. Вне зависимости от этого, это большой город, это за граница, либо это наша Россия, Белоруссия, Украина. Не в этом дело, то есть не место красит человека, а человек красит место, это, ну, истина. Вот обо мне здесь, в принципе, речи и не идет. Я не говорю, смотрите, какая я счастливая в деревне, либо еще что-то, нет. Я всегда на всех своих видео говорю, что вот смотрите, что можно быть, реально получать удовольствие, ловить кайф, грубо говоря, так, да.
абсолютно от разных мест, неважно. Поэтому да, здесь речь не обо мне. Я просто хочу, не знаю, скрасить ваши вечера, когда вы приходите домой, и вам приятно смотреть эти видео. И я снимаю то, что сама хотела бы смотреть, понимаете? Поэтому меня смотрят люди, похожие чем-то на меня. То есть мы нашли, называется, друг друга. А те, кто не похожи, или те, кому далека моя позиция жизненная вообще, кто со мной не соглашается постоянно, кому что-то нужно объяснять и доказывать, то я не хочу, чтобы такие люди были просто у меня на канале. Мне как бы такие зрители серьезно не нужны. Конечно, я не могу решать, но если кто-то будет просто обижать, устраивать какие-то скандалы, ругань и прочее, я могу элементарно заблокировать этого человека. Конечно, он может создать новый аккаунт и зайти уже с другого аккаунта, и опять заблокирую этот новый аккаунт. То есть, в принципе, проблемы нету. Именно на этом канале я действительно хочу, чтобы у меня было такое сообщество подружек абсолютно разных возрастов, потому что я знаю, что меня смотрят действительно разные возраста, и 60, и 70 лет, и младше. Вот, поэтому я хочу, чтобы вы уважали друг друга, уважали меня и мою семью. То, что я делаю, это я делаю для всех нас. И для моих родителей, и для моего Павлика, чтобы у него была память. И для себя. Мне самой будет приятно смотреть вот эти вот именно видео, где мы проводим время с родителями просто в деревне. И для вас, кому близка эта тема, кто жил, либо просто любит деревню. Я снимаю видео именно для таких людей, поэтому кому это не нравится, я просто думаю, что вам стоит искать другие каналы, смотреть другие видео, а не высказывать свои какие-то фе по поводу того, что вам что-то не нравится. Ребят, никто никого не держит, не хочу вас обижать, не хочу вас оскорблять и не хочу вас блокировать, поэтому просто уйдите сами. Это как бы такое обращение к людям, которым что-то не нравится. Та-да! И снова у нас снежок. Очень много снега, и он до сих пор падает. А, красота! У-ху, Паша! Пошли в магазин, потом снеговик будет, смотрите. Вот! Кайф! Самый настоящий кайф! Нам надо срочно санки у подружки брать. Послушайте, снежок. Классно. Мать, туда мишки отдавать, а я пойду лопатку куплю. Иди поделись.
у садочок, зозуля кувала, а між мене гаю, дай не шанувала, а між мене гаю, дай не шанувала. Унісся вербінко, буду порівати. Вернися, Іванко, буду шанувати. Вернися, Іванко, буду шанувати. Браво! Ада, сюрприз! Турецкий сюрприз! О! Надеюсь, что все узнали моего мужа, с которым меня уже почти все развели. Павел, смотри сюда. Так что, да, как я и говорила, все у нас хорошо. Спасибо за ваше беспокойство. Все у нас хорошо. Поцелуй, отдай Буську Аме, поцелуй его. Ох, молодец! А бабушку Бусяк такой. А тетю Дилек поцелуешь, обнимешь? Now it's cooked, we cook on plate with pilau and bean salad. Mm-hmm. And I will cut and eat. You will see how it is soft and delicious. Mm. Look. It's cooked and so soft and delicious. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a